Даша. Можем просто Катя, Катюха, короче, удобно. Меня зовут Дима. Меня зовут Даша. Меня зовут Серафим. Вот, это так круто. А меня зовут Роман. Здравствуйте. Меня зовут Серафим. Серафим? Да. А кино? Таке цікаве ім'я? Звідки воно? Колись моя мама хворіла, і доктор сказав, що треба родити дитину. І вони пішли до церкви, і їм сказали, що треба назвати якимось святим ім'ям. Вони сказали, якщо родиться дівчинка, буде Серафім, а якщо хлопчик, буде Серафім. І вирішили, родився я, і вирішили так назвати. Вау, bueno. А хто ваші батьки? Мама в мене педагог англійської мови. Тато, він займався раніше, служив в поліції. Ага. Потім він пішов з поліції і став священником. Він вирішив, якщо буде все добре з дітьми, тому що в мене була старша сестра, маленька, дуже сильно хворіла. Він дав перед церквою як клятву, що якщо діти виживуть, все буде добре з ними, то він піде служити в духовенство. Саме все добре, і він виповнив свою клятву, пішов служити. Ага. Такі різні заняття у вашого батька. Він сувора людина? Він дуже сувора людина. Починається диктатура. Зніми сережки, що ти вибрив голову. Думаю, о Боже. Я зробив першу свою татуїровку, пішов купатися на річку. Там хтось папі що в мене татуїровка на мені. Сестра каже, тікай, бо він їде. Він, якщо скажеш, що я себе ріжу, значить він її виріже. Я так бігаю, такі штани собі, на мокрі труси, як увалив. І уїхав одразу в железний порт. Приїхав вже з другою на руці. І він вже все. Поняв, що це безполезно. Я не слухаю батька. Я вважаю, що це моє життя, я можу його прожити так, як я хочу. Вони вже жили, тепер я поживу. І пірсінг ви теж не знімаєте? Ні, це моя лічність, моя індивідуальність. Нічого знімати не буду. Не подобається, не дивись. Все одно я стаюся при своїй думці. Ага. Тому що, ну як, зараз тобі нав'яжу, там біже пригне з моста, бо так всі ділають. Я пішов, зараз ось, завтра спишеться. Ви з тих людей, що завжди відстоюють свою думку, так? Так, я впертий. У мене була в школі німецька мова перша основна, а потім друга англійська. Я принципово не хотів вчити німецьку, казав, що це фашистська мова. Що я її вчити не буду. І то я всякі козні робив з вчительці своїм. А мене звати Роман. Здравствуйте. Мені 36 років, я пенсіонер. Работал на урановой шахте, отработал 15 лет. Ага. Ушел с работы по состоянию здоровья. Вау! Да. 15 років на работу ходил, и утром вышел, и я даже не знал, что я вернусь домой, или не вернусь. Я работал прохідником, а это самая важная профессия, что я на шахте. У нас произошел, там выпал, ну, буквально такой камешек, как кулак мой, но с высоты 3,5 метра. Он упал мне прямо на спину и поломал мне 2 ребра. На том, на рабочем месте я находился один. Я в отключке пролежал где-то около 45 минут. Благодаря моим товарищам помогли мне встать, подняться и выехать, собственно говоря, на поверхность. Того... Ничего себе! За моє життя в мене були і переломи, і порізи, породою, і все, що хочеш. Ого! У нас буквально 5 років назад був нещасний випадок на підприємстві. Загинув мій товариш, з яким ми разом працювали. Да, його оболилася порода, його придавило. І все. Мене звати Даша. Даша? Да. Ага. Я з Полтавської області, проживаю в селі. Займаюся сільським господарством. Птицю годую, коняку напуваю, таке на городі шарую, сажаю, готую і знімаю тіктоки. Веду коняку. Кось-кось-кось. Я її, звісно, чуть-чуть боюся, того, що вона бешена. Я взагалі коняк. Ні, я коняк люблю, але я їх боюся. А ви боїтесь коняк? А в селі немає чого знімати, крім коров, свиней, коньок. Скільки у вас підписників? В тіктокові почти що 400 тисяч, 300 з чим-то, там 380 тисяч. Вау! Ого! Ви скоро мене наздожените.
Треба мені більше контентом займатися. А скільки у вас лайків? Лайків та дуже багато. Просмотрів у мене там більше за 3 мільйони, на деяких відео є. Тобто, ну, багато в мене і лайків, і просмотрів, та нормально все. Розпаковка. Сьогодні вівторок був хліб, але я по хліб не ходила, того що дві хлібини осталося ще з того разу. Ну я зайшла, була в магазин, купила вівсяного печення, яблук і лимон. І ще привезли хальву, купила ще хальви трохи і все. Ага. А залицяльники у вас є? Та ху, багато. О-о-о, вот это да. Да? Не можна відчепитися від них. Оля, ти не тим займаєшся. Треба було не їхати з села. Мене звуть Катерина. Можна просто Катя, Катюха, коротше, удобно. Живу чесно. Я капітан поліції. Ого! Капітан! Да. Ну, взагалі в відділі з 14-го року, з марта 14-го року, а в органах з 10-го року. Папа воєнним був, прадід воював, дядя в Афгані погиб. Тобто сім'я така зв'язана з цим всім. Папа дуже хотів сина, а вийшла я. Ну, захотелось и пошла. Сама с детства мечтала об этом. Это была моя мечта. Ну, вы знаете, как говорят, мечта. Она и сбылась. Да, такое бывает. Вот. Это была реальная мечта, я очень сильно хотела и рвалась. Хотя что папа, что мама, и ты понимаешь, как это тяжело. Ты не будешь дома, ты не будешь видеть родных, семья, все остальное. Как это все будет? Я говорю, ну как-то ж будет. Чем саме вы занимаетесь на службе? Я расследую квартирные кражи. Грабежи, кражи, разбои квартирные. Тяжкая линия. Одно из последних преступлений, которое я направила с группой других следователей в суд, это была кража в магазине на 1 000 000 гривен. Там было 3 бандита. Двое из них ранее судимы за тяжкие преступления. Один из них потом был в бегах. Это было в прошлом году, да, в 19-м году. Это самое тяжелое дело. 3 тома, 750 страниц. Это только одно и отдельный человек, который был в бегах, еще 2 тома, еще 500 страниц. Это все очень тяжело, но мы это делаем, это наша работа. Когда это была ситуация, заходим в частный дом на судах, короче. Заходим, я как следователь, там, оперативник, эксперт, то есть целая группа, там, люди на первом этаже, а мы же обязаны, они, мы на втором не поднимались, поднимитесь, пожалуйста, нам показать, что нам что-то шуршит. Я поднимаюсь и вижу, как бы, гранату. Я понимаю, что и пацаны видят это тоже. Видят, что тупо лежит граната. В любом случае, я иду впереди, и если, не дай бог, что, как бы мне надо будет пацанок это прикрывать, потому что это всегда взаимовыручка, всегда взаимопонимание, и лучше один, чем трое. Ну, в любом ситуации, в любой ситуации. Я за гранату, а она муляж. Я решила пацана высадить. Вообще, так в осадок высадились. Я им кидаю эту гранату. Один за шкаф, другой за диван, тот еще куда-то в коридор. Ну, то есть это, ну, это смешно. А что наисложнейшее в вашей работе? Быть человеком. Сотрудники полиции делятся на 3 ранга. Это полицейский, мент и еще одно слово, которое не употребляется, как бы не есть достойным. Вот. Полицейский всегда поступает по закону. Мент, в первую очередь, человек. А третье деление – это человек, который работает там только, чтобы получать левые доходы. Одного разу пронесся позашляховик так. Під'їжджаючи, ну, звісно, вже зупинився на вимогу інспектора. І за кермом, ну, був водій, а збоку сидів один з українських артистів, який спішив на концерт. Поспішав, ну, ми поспілкувалися. Звісно, пояснив йому ситуацію, що так робити не можна. Він повністю з нами був згідний. Попросив тільки, щоб йому штраф його водієвий прийшов додому. І все. Мене звуть Маріна, мені 21, і я із Серпіня. Класс. Чем вы занимаетесь? Чем живете? Активно занимаюсь спортом. И какие классы? А каким спортом? Хоккеем на льду. Я сейчас, ну, как бы член национальной сборной по хоккею женского.
представляю интересы Украины на мировых аренах. Вау! І ви перемагали в якихось чемпіонатах? Звісно, в чемпіонатах України і чемпіонатах світу. Неймовірно. Ви така вродлива дівчина, і коли ви кажете, що займаєтесь таким жорстким спортом, це шокує мене. Скажіть, а серед дівчат буває таке, що вибивають зуби шайбою і тому подібне? Чи це тільки у чоловічому хокеї? Єсть. Да? Да. Буває, зуби вилітають, буває, там, сломались, буває, там, ну, всякое буває. Результат команды зависит от, если не от команды, то от одного человека. И это не вратарь, это тавгай. Человек, который говорит тренеру, говорит, Сань, говорит, там он 15 номер бежит, говорит, надо его убрать. И Саня бежит и убирает этот 15 номер. Неважно где, просто под бортом, он его просто может вырубить и все. И 15 номер просто не бегает больше в поле. Есть такие люди, они называются тавгай. Вот. И у вас тоже такой есть? Да, это я. Никому этого как бы не хочется делать, потому что сразу силовой удар, силовой прием – это сразу 2 минуты штрафа. Марина Копчук, атака гравця, який не володіє шайбою. Ну, то есть я ударила, я пошла, отсидела 2 минуты. Но 2 минуты – это 2 смены. Ну, типа, отсидела, иди дальше играй, убивай дальше кого хочешь. А есть вот силовые приемы, как толчок на борт. Это очень страшно, потому что если человек стоит лицом к борту, а я сзади подойду и ударю его клюшкой там, в ключицу там, или в спину, или куда-то, это вообще уже это удаление на матч, на один, на второй. И дай бог, чтобы не было дисквалификации вообще на подальше игры в чемпионатах Украины. Это вообще запрещено, потому что ни один случай был перелома шеи. Это просто человек инвалидом остается, и все. Я слабых не трогаю. Ну, как бы, если я смотрю, что человек слабее меня, я, ну, объеду стороной. Я вот, как бы, ну, я за правильный спорт, за честный. Но есть девчонки, которые, как бы, показывают свои психи еще до льда. То есть, как бы, не так посмотрел, там где-то зацепил, там где-то еще что-то. И где-то под бортом, ну, лично я могу поймать, сделать силовой прием. А вот, чтобы цели, ну, прям реально такая драка была, вот лично я не дерусь. Пальцы жалко очень, выбиваются, ломаются, очень жалко, правда. Потом такие некрасивые ногти, правда. А есть девчонки, которые дерутся, они реально встречаются на льду, снимают перчатки и начинают бить. Да, да, такие это правда. Есть. Это правда, да, да. А у вас бывали травмы? Да. Было. У меня колени были. Мне делали операцию на коленях. У меня были сломаны пальцы на руке. Один момент был, мы на игре были в Харькове. У нас там тоже большая арена, мы играли. И было очень сильное противостояние. И в один момент я не увидела девочку, которая на меня бежала. И у меня получилось ну, так, что я упала, и у меня случилось сотрясение мозга. Здравствуйте. Всем привет, меня зовут Дима, мне 26 лет. Я работаю танцором, танцором балета. Я танцевал в Национальной опере Украины, я танцевал в Берлинской опере, жил в Берлине. Это было contemporary, это была классика. Вау! Скажите, а насколько важко было стать танцористом балету? Это были очень жесткие, тяжелые у нас моменты воспитания твоего тела. Нам кололи иголкой в зад, чтобы ты втягивал его. Нам вешали сумки на локти. 8-9 лет, чтобы мы держали руки правильно. Били линейкой по спине. Вешали плечики на плечи, чтобы ты держал лопатки именно развернутого формата. Знаете, на кухне дуже жорстка конкуренция. А як у балеті з цим? Была ситуация, когда мне подсыпали стекло в балетке. И ты выходил и танцевал в них. После этого ты залечиваешь ноги. Обижали? Конечно, обижали. Хамили? Конечно, хамили. Грубили? Конечно, грубили. Но это все незаменимый опыт, и это все процесс, в котором ты просто находишь какие-то общие точки соприкосновения с людьми. Я бачу, что танцы – это ваше життя. А что для вас кулинария? Кулинария – это також моя життя.
Я люблю очень готовить. Я смотрю «Мастер-шеф» с первого сезона. Это все началось, наверное, еще с каких-то детских времен, когда мы с мамой садились вечером перед телевизором и смотрели. Я готовлю постоянно себе, потому что люблю баловать себя. Я люблю простую, но вкусную кухню, чтобы там могло сочетаться очень большое количество фактур, разных эмоций. Опять-таки, для меня же это танец, это движение, это фактура, это добавление ярких красок. Я становлюсь за кухонную поверхность, и меня уже не остановить. Я кручу, взбиваю миксером, делаю что-то, обжариваю. Просто бум. Постоянно я кушаю овощи. Я отказался есть мясо около 2 лет назад. А навіщо вам мастер-шеф? С самого детства у меня была мечта открыть свое заведение. Я хочу попробовать совместить танец с кулинарией. У нас в Украине нет такого, это новый уровень. Мастер-шеф мне поможет набраться опыта, научиться, увидеть сложности в организации, в сопоставлении меню, в приготовлении блюд, в организации самого бизнеса. Вітаю! Що ти тут робиш? Ну, решили вам приготовить саме вкусне чилі кон карне для вас. Я очень рад, что я нахожусь здесь. Ушибите меня, потому что мне аж не верится. Гектор, он радостный был, он был в шоке. Если честно. А що ж тебе привело до нас? Ой, дорогой, ты не поверишь, но после MasterChef Celebrity у меня вот внутри вот что-то как проснулось, знаешь? Ага. Я вот в принципе давно я вот хотел вот попробовать именно MasterChef, потому что я с детства не пропускал ни одной кулинарной программы. У меня были тетрадь с рецептами. Я пару раз даже кухню спалил мамину, понимаешь? Потому что я хотел, чтобы оно было красиво, чтобы огонь было все. И как бы вот так получилось, я подумал, ну, а почему вы нет? Если ты хочешь, так попробуй. Так а чому ж ты мне не зателефонував? Не хотел. Я не хотел, Гектор. Я хотел, вот я хочу почувствовать это испытание на себя. Я хочу реально научиться. И поэтому я, в принципе, здесь для того, чтобы повысить свои кулинарные способности. Я позвонил своему директору, говорю, я очень хочу участвовать. Я вот увидел на сайте, что проходит как раз сейчас кастинг, отбор онлайн. Она говорит, Мадор, ну ты понимаешь, что это не MasterChef Celebrity? Ты понимаешь, что ты будешь на уровень со всеми? Я говорю, я понимаю, ну а что? Я тоже человек, звезды находятся на небе. Я приду туда для того, чтобы обучить себя, для того, чтобы ну, насладиться моментом, я очень хочу. Подал онлайн заявку, сам заполнил, сам отправил. Через некоторое время мне позвонили вообще, типа, здрасте, типа, это вы, Амадор? Я говорю, да. Вы у нас оставили там уже ошибочно? Я говорю, нет. Говорили, что для меня не будет никаких поблажек. Типа, если ты вылетаешь, так вылетаешь. Правила абсолютно для всех. Я говорю, я согласен, я только за. Вау, pero... Ну, я хочу сказати, що мастер-шеф-аматори набагато складніше, ніж мастер-шеф-селебриті. Тут дуже важкі випробування. Як ти гадаєш, ти зможеш впоратися з цим? Хочу тобі сказати, що я готов. Я вот здесь для того, чтобы у вас обучиться. Ага. Я вот здесь для того, чтобы победить. Самое главное. Я буду стараться. Я буду отменять концерты. Я все делаю для того, чтобы реально я мог получить прекрасный фартук. И сначала белый, а потом дальше какие-то, я не знаю, может, какие-то со страсами сделаем. У меня просто, я очень такой эмоциональный, знаешь. Я даже... Да? Мне назвали истеричка, потому что у меня падало масло, все. Бегом! Ты мне тут, не сюда! Мама, давай, все, хватит релаксироваться! Что я тебе могу рассказать? Вот посмотри, уже порезался. В первой программе уже порезался. Но для меня, это я тебе говорю, вот для меня это открылось второе дыхание, второе я. Я говорю, вот, это так круто. Я даже хочу, у меня мечта впереди. Здесь, в Украине, сделать такой маленький семейный ресторан. Именно семейный хочу. Всем абсолютно буду туда ходить и буду получать не просто вкусная и красивая еда, еще и настроение.